Миша Крупчатников. Я учусь в 1-м В классе 144-й школы. Однажды я посмотрел мультик про робота Валли. Он в далеком будущем убирал нашу планету от мусора. Из-за большого количества мусора люди покинули планету Земля. И чтобы такого не случилось в нашем будущем, мы решили сделать робота прямо сейчас. Вот что у нас получилось. Он может собирать мусор, который можно переработать и использовать заново. Вот так. Робота Вали мы сделали из ненужных вещей. Колеса из танка и гусеницы тоже. Глаза из баночки под йогурта. Корпус из ненужной жести. А руки из трубочек и из насадок для трубочек. Наш робот Вали очень понравился. А вам?